Ближе к вечеру 23 сентября на севере столицы произошло ДТП. Во дворе дома 2 в Бескутниковском проезде микроавтобус Ивека врезался в припаркованные автомобили. Очевидцы немедленно вызвали скорую помощь. Те, приехав, констатировали смерть водителя микроавтобуса. Вероятнее всего, водитель скончался до удара. Пострадали следующие автомобили. «Шкода» служба такси, «Лада» и «Субару». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии. Всем, конечно, интересно. Каршеринговый кроссовер Nissan Qashqai упал в котлован строительной площадки на улице Новочеремушкинская на юго-западе столицы. О пострадавших неизвестно. «24 сентября в 12 часов 58 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Ярославское шоссе, дом 10, корпус 1, где происходило возгорание в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров». Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышележащих этажей спасены 4 человека, говорится в сообщении. Уточняется, что в 13.18 пожар был локализован и в 13.21 минуту полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало. Днем 24 сентября на северо-востоке столицы произошло ДТП. У дома номер 7 по улице Каненкова столкнулись три автомобиля – «Дэу», «Киа» службы каршеринга и «Кадиллак». Со слов очевидцев, автомобиль каршеринга двигался в сторону улицы Пришвина и в ближайшем разрешенном месте решил развернуться. Водитель прижался к правой стороне дороги и начал выполнять маневр, не уступив дорогу автомобилю «Дэу», который двигался прямо. Машины столкнулись, после чего каршеринг врезался в припаркованный автомобиль «Кадиллак». В результате ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства аварии выяснят сотрудники ДПС.